На правую руку человек, который по праву называется профессор. Этот человек своим учителем называет Игоря Ахметшина. Именно с информацией и помощью Игоря Ахметшина Цветан начал по-другому совершенно строить свою тактику и технику. Тренируется он и живет в Горной Оряховице. Это маленький городок возле Великотарного. Буквально там 5000 людей живет. И вот смотрите, Джон Брзенг с Цветаном Кашевским никогда в жизни никогда не боролись. Ну это естественно, Цветан весит всего-навсего 75 килограммов. Джон Брзенг весит гораздо больше. Рука сейчас Джона очень-очень уставшая. Цветана нет, смотрим, как Джон Брзенг пробует свои силы, ничего не получается. А Цветан Кашевский не попускает. Ну и по-братски победила дружба, естественно. Эти два спортсмена знают себя уже более 15 лет. Они встречались еще в Москве на разных турнирах, чемпионатах. Припоминаю, что Цветан Кашевский в этом году уже исполнилось ему 40 лет.